Мы? Серьезно? Мы? Реально? Че, мясник против мясника? Она как-то сквозь проходит, что ли, смотри. Сюда. Get over here! Ага-га, всем привет, ребятки, вы на канале ФГТВ, меня зовут Максим, и сегодня я до сих пор нахожусь на сервере разработчиков, это Shadowfight 4 Arena, и я хочу сегодня поиграть за мясника. Я за него еще ни разу не играл. Давайте сначала проведем первый рейтинговый бой. Ну, просто, короче, посмотрим, что он могет, что он умеет. Потом пойдем посмотрим на него все скины. Посмотрим на него все перки, что он умеет, что он делает. Так, и против меня. Мэй! Мэй, серьезно? Мэй, реально? Мэй против мясника. Очуметь. Вот это начало. Здорово. Так, что он умеет? Ух, удары какие у него. Четко. О, нифига, ты если зажал. О боже, что ты делаешь? Мэй! Офигеть. Ой, красиво-то как он бьет, чуваки. А ее нельзя трогать, когда она в таком положении, да? Что она делает? А что за крюк у него? Я еще ни разу не играл за мясника. Нифига себе, у него крюк какой. Какого-то этого, блин. Пирата. О боже, что? Нифига, у нее стикер какой классный. Ладно. Короче, сейчас подожди, надо разбираться. Я хочу крюко попробовать ее поймать. Крюкошка какая-то, офигеть, как у Бэтмена. Да-да-да-да, что ты там болтаешь? Я ничего не понимаю, я твой язык не понимаю. Ой, она увернулась, а? Вот же гадина. Как я любил раньше жирную котлету у мясника убивать, а? А теперь я за него играю, кто бы мог подумать, офигеть, чуваки. Офигеть. Ну что за читерские приемчики, алло? Алёшка! Давай, бей меня, я тоже хочу накопить теневую форму. Во, у меня есть теневая форма, давай посмотрим, что он делает. Ого! В тюрьму посадил? Что это такое? Очуметь! А чё у него за способность такая? В тюрьму просто закрыл какие-то ворота. Так, выиграл 4 раза за мясника. Окей, так, ну все, теперь я хочу пойти посмотреть, что он умеет вообще. Потому что вообще не понял, что за тюрьма? Что за тюрьма? Закрыл калитку и все. Так, давай смотреть. Крюк демона. Смотри, успешный бросок крюка дает мяснику большое количество теневой энергии. Понятно. Разделка. Последняя атака спецприема наносит больше урона и роняет противника. Так, смотри, у него уникальные способности. Уникальная способность. Так, дальняя атака. Мясник бросает крюк противника и притягивает его к себе. Понятно. Клетка для скота. Клетка для скота. Вот это как называется. Ну да, он же мясник. Типа он на убой берет там любого, да? Понял. Пока мясник в теневой форме, он запирается с противником в клетке. И все его атаки тесаками пробивают блок. Во время призыва клетки мясник неуязвим. Очуметь, вот это классно. Так, и ну здесь у меня демонические тиски, так надо, короче, и смотреть. Давай смотреть, по демона, значит, время нахождения в теневой форме увеличено, это да, это хорошо. И изверг, если у противника меньше 30 здоровья, успешно тяжелая атака, мясника мгновенно добивает противника. Не, я, наверное, выберу все-таки вот это, по демона. Так, скотобойня, мясник наносит дополнительный урон противнику, когда... Вбивает его в стены. Ого. Крюк ярости. Если мясник успешно бросил крюк, следующая атака тисками пробьет блок. Но, блин, тут с крюком очень сложно, поэтому лучше вот это первое выберу. Демонические тиски. Стены клетки появляются ближе друг к другу. И вторая связь. Если у мясника меньше 30 здоровья, он восстанавливает его успешными атаками. Прикольно. Дрожь. Тяжелая атака, прыжки и появление клетки вызывает землетрясение, которое наносит урон противнику. И безысходность. Внутри клетки мясник не получает урона. Во! Вот это я бы, наверное, выбрал. Да, давай вот это выберем. Теперь пошли смотреть по кастомизации. А, у него только 2 скина. Ну, вот это я выберу. Смотри. Демон гнева. Квартирмейстер. Осы. О, блин, ну он эпичный, чуваки. Оружие, смотри, тисаки. Обычное название тисаки. Проклятые мародеры или проклятые мародеры. Да, проклятые мародеры. Жнецы скорби. Герой восполняет здоровье при входе в теневую форму. Ой, давай надеваем вот это. Так, есть у него какая-то О, боже, без клетки никуда. Сезонная, смотри. Он с клетки слезает, да. А это...
А, ну, это я не смогу посмотреть. Так, хорошо, победы. Есть какие-то у него специальные? Не, у него нету. Ну, все, окей, я понял. Ладно, вроде бы мы все посмотрели. Поехали драться, чуваки. Поехали драться. Блин, как же круто. Я хочу тени... Че, мясник против мясника? Ха-ха. Смотри, такой фиолетовый какой-то против красного. Окей. Два бургера в одном видео. Очуметь, на одной сцене, на одной арене. Только мой бургер, смотри, как эпично появляется. Ура! Здорово, Бургер Кинг. Ты хочешь знать, кто здесь лучший бургер? Ну, очуметь. Ушел. О. Так, давай. Сюда. Эй, ты че тут клетки свои установил? Ты думаешь, я тебя скот, что ли, а? Это я тебя в скот превращу. Сюда. Отлично. Ха. Пока я как бы завоевываю это звание лучшего бургера на свете. Так, окей. Теперь давай я тоже. А, блин, а что, теневая форма сбрасывается, что ли? Она что, во второй раунд не переходит? Как-то это печально. Я хочу притянуть его, чуваки. О, хорошо поймал. Давай, мутузь. Офигенно. Давай, блин. Теневая форма нужна, чуваки. Опять он? Да как у тебя это получается? А как он ногами, кстати, бьет? Сейчас у меня тоже будет теневая форма. Давай, ногами. О, хорош. На. А, у него один удар. Все, клетку активируем. Давай, клетку. Сюда. Да господи, он меня бросает и все. Что-то мне написал на досвидос. Блин, я что-то с этими клетками не разобрался. Мне не повезло, видите, что у меня противник такой же мясник на другого противника какого-то, чтобы мне игра подобрала. Давай еще раз попробуем. Надо другой сопротивник был, да. Да ты что, серьезно? Опять уже второй раз мясник. Мясник против мясника. Ну ладно, блин. Хочется теневую форму мне испытать прям на все 100%, чуваки. Что-то как-то сейчас не получилось. Привет! Здорово! Только мне особо не хочется с тобой общаться. Понял? Сюда, потому что ты мой конкурент. Ой-ой-ой, тихо. Ты чего творишь, дядя? О, перепрыгнул, вот же фейл. Эпик фейл. Ой-ой-ой, чел! Ты чего? Смотри, опять он клетка. А если я нажму тоже, давай. И я клетку. Мои клетки. Иди нафиг. Свои клетки. До свидос. Хорош. Да, две клетки на клетки накладываются. Две клетки подряд. Окей. А что у него по хп, кстати, я не посмотрел. Триш. Что? А почему у меня 6870, а у него 3600? А, тут потому что у меня 13 левел, что ли? Серьезно? Эй! Ты куда? Меня притягиваешь! А? Тут, боже, он позже меня прыгнул. Да господи, сколько можно перепрыгивать, чел? Мутусь его нафиг! Так, давай я теперь притяну. Нет! Не попал! Да вы серьезно? Клетки! Сюда! Да, сюда! Блин. Эй, что за удар? Я хотел же прыгнуть вот так. Я хочу вот такой эпичный в конце. Да! Отлично. Неплохо сыграно, да? Еще бы. Еще бы, чел. Не, ну давай, пожалуйста, подбери мне какого-нибудь другого врага. Ну что мне одни мясники попадаются? Так нечестно. Я хочу, чтобы против меня... Пусть рысь будет хотя бы. Или кто там еще? Кто еще может? О, отлично! Сержант! Хорош! Наконец-то! А то мы как два дурака, две котлеты Бургер Кинга, два прыгаем на сцене, а так все хоть сержанты и что-то новенькое будет. Нифига, он мне сразу стикер мне отправляет. Окей, чел. Как скажешь. Давай. Посмотрим, насколько ты хорош. И сюда еще! Эй! А чё не прошло? Вы видали? У него какой-то перк какой-то. Ой, не достал. Тихо. На! Ушел. Вот это у него удар ногой, конечно, это жесть. Это жесть, чуваки.
такое ощущение, что аж на себе почувствовал этот удар какой-то невероятной мощности. Я клетки свои не использовал, ну ладно. А кстати, он прыгать-то умеет? Ну-ка, подожди, давай прыжки испытаем, попробуем. Да, прыгает, а нога бьет? Да! Фига себе, жирная ты котлета, как ты это делаешь? С таким весом, очуметь прыгать. Не, ну у него удар с разворота, смотри, какой мощный. Этот медленный, конечно. Да блин, ты достал, сержант. Почему у тебя удары не проходят, смотри, видал? Он когда в теневой форме, ему пофигу вообще. Клетка! Эй! Чё? А, он меня отнял. Он теневую форму отбирает у меня, что ли? Клетка! Да! Что тебе надо, блин? На! В клетку тебя впечатал. На! Вот это вообще! Красота! Круто! Офигенно! Не, ну мне нравится мясник имбовый, чуваки. Мясник имбовый. Хотел я, кстати, посмотреть. Я не посмотрел в прошлом видео рысь. Кто он вообще? Он легендарный или какой? Так, максимальный уровень. Ну-ка подробнее давай пойдем. Как играть? А, эпический. А кто здесь круче, эпик или легенда? Ну, легенда, наверное, логичнее было бы круче, да? Так, базовые его удары, особые, какие у него теневая форма, хоть во тьме, игра с едой. Угу, ну, понятно. Так, подожди, зачем ты вышел? А мясник кто у нас? Ну, мясник тоже эпический получается, да? Да, видимо, тоже эпический. Так, играть, да, эпический династия он. К династам относится. Чё, легкий? Этот герой подходит как и новичкам, так и чемпионам арены. В смысле легкий? Мне кажется, за него наоборот тяжело играть. Он такой медленный. А за рысь? Средний. Странно. Странно, чуваки. Мне кажется, за мясника наоборот тяжело играть. У него очень медленные атаки. Ну, то есть тут надо... Как и за Маркуса, допустим, да? Он тоже очень медленный. За него, блин... Играть тяжело. Ну, не знаю. Не знаю, видать, разработчикам виднее. Видать, они что-то лучше знают. Или, если вы что-то лучше знаете, напишите в комментариях. Ну, у него просто, смотри. Пока он, вот, видишь, пока он прыгнет, его уже ударят. Вот сейчас я опять пытаюсь прыгнуть. Меня уже ударят. Вот видите, пока размахнется, пока ударит. Ну, короче, тяжело. Ну, как по мне, мне кажется, за мясника сложнее играть. Так, сюда, иди. Бей. Получается, если я ее притяну, короче, хлыстом, да, она потом какое-то время атаковать не может, и я могу атаку свою проводить. Ну, это прикольно, это классно, да. Только проблема попасть этим хлыстом сопернику. Это практически, ну, тяжело. Тяжело сделать. Надо тайминги, короче, соблюдать. Ну вот, смотри. Оп. Ага, все. Блин, что за девчулька? Что у нее за способность такая? Надо же. Она как-то сквозь проходит, что ли? Смотри. Сюда. Не получилось. Не эпично сработало. А ну-ка в клетку, животное. Сюда. Домой! Пойдешь у меня на скотобойню. Потому что я мясник. Я хоть сам котлета, но я и делаю котлеты из других. Ну что ж, ребят, надеюсь, вам понравился этот видосик. Спасибо большое компании Неки, что позволяет мне еще играть. У меня еще где-то часик остался. Я еще, наверное, видосик сейчас запишу. Поиграю за эпичного Маркуса. Я думаю, вы же хотите увидеть вот этот скин Fight Pass, в котором в Fight Pass мы получим вот этот крутой скин, чуваки. Хотите увидеть его в бою? Тогда ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и в следующем видосике мы это посмотрим. Пока!